Итак, что мы видим? Аккуратно не сшиби! Фу! Кого мы сегодня взяли, Ириска? Скажи. Гамми. Гамми. Давно мы не брали, давно вы его не видели. Просто вспомните, как этому очаровательному белому пушистому меху, мешочку, было летом. Вот просто вспомните. Несмотря на то, что мы его водили в водоем, и ему было не дурно, такие собаки очень тяжело переносят лето средней полосы. Это сугубо северные собаки. Держать их нужно только на севере. И если вы завели такую собаку где-нибудь на юге, где-нибудь рядом с Москвой, то знайте, вы совершили большую ошибку, потому что этой собаке будет очень плохо. А зимы, как мы знаем, в средней полосе короткие. Идем, Марта, Рада, Гамми, вперед! Вон какие довольные. Сейчас морозец немножко отступил, но все равно прохладно и собакам прекрасно. Ну что вы там? Вон довольные какие. Радка за Мартой вообще, как хвостик. Рада — это просто продолжение Марты. Вон как на контрасте. Гамми и две собаки. Гамми! Эх ты! Ну, он редко бывает в лесу. Вот мы сделали ему счастье. А ты чё? А ты чё? Рада? И она довольная, тоже новый друг. Вот она с ним сегодня нормально познакомилась впервые. Они виделись, но так, мимолетно, на 5 секунд. А сейчас он уже отстать от своего Мишки не может. Ну чё, вы довольны? Ай, Мартуля! Идите, идите, гуляйте, гуляйте. Ириска, давай, забирай их вперед. Что они там нашли в пещерах? Вот лепота. Ой, Гамми, как тебе хорошо, как тебе прекрасно. Вот это вот его среда. Ну, по факту, ему нужно, чтобы зима была круглогодичная всегда. Никакого лета. Ну что, нравится? Хорошо тебе, да? О, покакал. Идем, идем, идем вперед. Собачки, вы где все? Гамми, Рада, вон Марта первая. Хозяин, классная прогулка. Вау, бешеные, все бешеные. Рада, покажись, покажи морду. Вау. Вон они все, троица. Балбес, трус и бывалый. Да вы свезете, сейчас все вылетит, и камера, и все же на свете. В общем, у нас есть большой маршрут. Бегательный, лыжный, там, не знаю, неважно. Но мы сегодня туда не пошли. Мы хотели их прогнать по этому маршруту. Мы не пошли по той причине, что, как я ранее говорил, морозец начал отступать. И вот сейчас уже на вечер воскресенья все ринулись в лес кататься на лыжах. О, какие замечательные буськи. Давай снежную ванну им, давай рис. О. Ну вот это чудо, вот это вот. Да, Марти, вообще хорошо, ты ее попку вон вовсю снижишь. Марта думает: ой, а то это я думаю, что это меня все время чихочет. Да можно прямо им в морду, им нравится, да. Он Рада. Да, вот так, делаем ванны из снега, да. Собакам хорошо, это переживать не стоит. Мы все... всю жизнь собак в этом в снегу купали. Ну, сразу скажу, у нас гладкошерстных собак никогда не было. Они все были как для зимы. То есть зимой им было не холодно. Конечно, если бы были гладкошерстные по типу боксеров, еще кого-то, они бы носили комбинезончик, и мы их никогда в снег не окунали. Ну, а таких, конечно, вон, посмотрите, бешеные. Троица! Бывалый трус!
И балбес, идите сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, смотрите. Вау, какая красота. Марта, эх ты. А я чё? А я ничего. Чё вы там делаете, ребят? Ой, просто красота. Три друга. И, конечно, это... Ну, я вам так скажу, Гами, ему где-то год. И это Рада молодая, поэтому им в первую очередь друг с другом так хорошо. Посмотрите, посмотрите. Он прям целуется. Марта для них такая, как старая тетка. Ой, извиняюсь. Нет, не старая, какая она старая. Взрослая тетка, которая там за всем следит. Хозяин, какой там следит? Я тут пытаюсь все когти вычистить, а Ириска на меня снежок сыпет. Гами. Ирис, погладь Гами. Погладь Гамлета. Давай, Гамлет. Ну куда ты ушел? Слушай, им не до тебя, наверное. Он, смотри, бешеный, вообще просто бешеный. Ой, хорошо, прям глаза радуются. Давайте я немножко помолчу, а вы посмотрите. На этом месте Марта сидит. Не знаю. Нашла очередную жертву себе. Марта-то уже с нее натерпелась, а вон на Гамлету лезет. Гами? Гами? Эх, Гамлет вообще нас не слушает. Ну, он, что сказать, друзья, пес балованный. Ой, какой сладенький. Стойте, надо фотку сделать, вы шикарны. Нет, остановитесь хоть на мгновение. Сейчас замрут, ребят, я фотку сделаю, они классные. Эх, да, кто бы замер. Ну давайте, раз, два, три, собачья фигура на снегу, замри. Раз, два. Марта, Рада. Девчачьи разборки. Вот Гамлет истинный мужик. Ему что, ему просто радоваться в снегу бегать, да, Гамлет? Ты что на жопе-то сидишь? Замерзнешь? Нет. Давай вставай. Я почему люблю масштабные собачьи прогулки, в первую очередь, собаки друг друга ушатывают очень хорошо. И потом весь день, там полдня, не знаю, или всю ночь, просто прекрасно спят. Гамлет, давай это, вмешайся в дело. Гами, вмешайся в дело. Девкам покажи, как надо. У Рады энергии хоть отбавляй. Самая озорная девка этого собачьего усатого семейства. Слушайте, так и не могу делать фотографию вообще. Снесу с каждым.
Марта, замри. Спасибо. Довольные собаки на прогулке. Идите сюда, идите сюда все, давайте. Но всем она не дает никому спокойно гулять. Ну просто сама бешеность. Что-то в земле ищут, да. Разрыли. Вот Марта, главная копальница, выкопала. Рада продолжает. Корешки там какие-то. Гамлет самый чистоплотный, молодец. Вообще не это. Не роется нигде, просто ходит, гуляет, в снегу купается. Вот. Ну, рада, она охотничья. Я прямо вижу, как ей все вот это. И птичек ловите. Конечно, ее надо в семью, где по факту ни кошек не будет, ни собак, чтобы она одна единственная любимица была. И чтобы человек был готов на долгие прогулки ее брать, потому что энергии в ней хоть отбавляй. Вот Гамлет, он, конечно, он этот такой, как сказать правильно-то, он домашний пес, не для леса, он не охотник. Я вот уверен, он ни птичку не обидит, никого. Такой вот вальяжный. Каждый нашел себе занятие по душе. Марта грызет сучок. Гамлет до этого тоже грыз. Но я не успел заснять. А как только начал снимать, он куда-то пошел, убежал. Очень быстро темнеет и качество видео портится. Поэтому вот так еще немножко со вспышкой поснимаю. И мы будем двигаться домой. Собаки на прогулке в целом порезвились, ну, час, наверное, может чуть больше. Но провели прогулку прямо вот с таких активных игр. Ой-ой! Рада, ты слониха. Провели прогулку в активных играх, поэтому... Я тебя закопаю, Рада. Она тебя сейчас сама закопает. Обалдеть. Белое облако пробежало. Ой. Обнимай, обнимай его нежно и покрепче. Быстрее ищи, иначе разорвут. Они разорвали тебя на куски. Рада. И пауку отдали свою же. Да. Ну, хоть такой кадр получился. Все-таки смогла его поймать, успокоить, погладить. О, посмотрите, какое собачье царство.
довольные, все довольны, все радуются. Вот они, да, они прошлый час просто носились все. И вот сейчас уже так более спокойненько. В основном лежат, грызут палки, дрова, еще что-нибудь. Мне поцеловал. Поцеловал тебя? Ну, не переживай, он же какашки не ест, поэтому все нормально. Так он мил. Мне кажется, он очень похож на малыша тюленя. Ой, или морского зайчика. Сейчас я вам покажу фотографию, и вы точно скажете, что я был прав. Покажи морду, покажи. Я хочу показать, на кого ты похож. Вот запомнили эту морду? Вот эту довольную. Запомните. А теперь посмотрите вот на это. Правда, Гами похож на него, да? Вот такой же хорошенький. Только плавников не хватает, хвоста не хватает, чтобы плавать в воде, и все. Там съемка-то идет? Угу. Батарейка... Ну, Рада! Они разрываются со всех сторон. Рада! Вот, Гамлет. Все мы прощаемся с вами. Желаем хорошей зимы. Гуляйте почаще с собаками, им это очень нужно. А, больно, в палец цепилась. Ну иди сюда, ты моя крошка. Вот. Гуляйте почаще с ними. Если у вас есть собаки, друзья, давайте гулять с ними. Марта, иди сюда. Марта. И, конечно, Марта. Все, всего вам самого хорошего. А мы, наверное, пойдем домой, если доживем. Все. Медвежонок. Ну что вы снимаете? Я тут какую, понимаешь ли? Нашли в какой момент меня снимать. Ой, и теперь я готов отправиться домой. Ну пошлите, друзья, пошлите. Идем. Чуть-чуть его нет.